Невооруженным глазом видно, на асфальте здесь явно сэкономили. На Пензенской 71 возле подъезда отремонтировали дорогу. По контракту толщина покрытия должна составлять 5 сантиметров, но по факту всего чуть больше 2,5. Почти в половину меньше положенного. В случае уже мы обнаружили отклонение, да, толщины слоя. Значит, два возможных варианта. Либо подрядчик переделает, либо возврат средств в бюджет. Но здесь объект небольшой, то есть общая площадь 330 квадратных метров уложенного тротуара. Вместе с контрольно-счетной палатой на проверку дорог и тротуаров выезжают депутаты Самарской городской думы. В этом году из бюджета всех уровней выделено больше 2 миллиардов рублей на комплексный ремонт дорог. И депутаты внимательно следят за тем, чтобы каждая копейка была потрачена на дело и в сроки. Нам главное понять, чтобы качественно было сделано, выполнен ремонт дорог. Потому что у нас очень много жалоб жителей города на некачественные дороги. Сейчас нужно сделать так, чтобы эта сумма была потрачена в полном объеме, качественно выполнены были и срок. А если вдруг окажется, что некачественно выполнены дороги, подрядчик все будет переделать за свой счет. Это на жестком контроле у депутатов. Это первая проверка качества ремонта автомобильных дорог и тротуаров, проведенных по контрактам 2015-2016 годов. В течение 2 дней будут взяты пробы на 28 объектах. После лабораторных исследований станет ясно, какие участки соответствуют требованиям, а какие подрядчик должен будет переделать за свой счет. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.